Мы знали, можно сказать, на одном стадионе играем, рядом работаем, друг друга хорошо знаем. В принципе, момент такой, что соперник 4-4-2 так низко присаживается для того, чтобы потом хорошо у них разжимается пружина, есть быстрые ребята впереди. Ну и в принципе тройка у наших центральных всегда оставалась. В принципе, один опорный. К сожалению, мы пропустили 3 гола, и они были пропущены в контратаках. Над этим нужно работать. Опять же, у нас было преимущество. Соперник не создавал впереди преимущество, но за счет определенных индивидуальных действий исполнял. Да? Но это отдать должное сопернику. Ну и, наверное, все-таки нам чуть не повезло. Не повезло, что такой талантливый парень, да, играл нападающего. Он сейчас в последнее время начал играть уже нападающего. Но вот он в начале, там, в середине сезона, да, я говорю про Бахара, да, играл то крайним защитником, то Хава играл. А сейчас играл нападающего. Нам, наверное, в этом случае все-таки не повезло. Это талантливый парень, который... Это хорошо, что у нас появляются игровики, что у нас мало, я вам скажу, что сейчас меньше стало, чем раньше игровиков. И люди, которые могут на любой позиции играть, это говорит о высоком уровне и потенциале этого молодого человека. Ну и, к сожалению, он нас пару раз наказал. Да? Что, но, в принципе, такое, что отметить надо приятное. Счет 3-3, да, и все чаще он случается в белорусском чемпионате. Раньше были очень редко, и это, наверное, все-таки нравится болельщикам, телезрителям, которые приходят или смотрят по телевидению, да, все-таки это хорошо, что такие счета есть, но мы все-таки, было очень сильно обидно нам проиграть в этой игре, потому что, ну, в принципе, мы работали довольно-таки качественно, неплохо расставлялись, но, к сожалению, мы, у нас было удаление, да, такая немножко страсти много было, и мы в конце все равно, я очень благодарен футболистам, даже если бы мы проиграли, я все равно поблагодарил бы за игру, но то, что они не опускали, что десятером мы все равно шли вперед, и этого не боялись, и все-таки заслужили, я считаю, этот гол, потому что, ну, в этой игре нам бы, наверное, очень было обидно проиграть. Ну, мы чем нельзя, сейчас трудно любого соперника побеждать, так что, ну, мы ехали за 3 очками, но, к сожалению, у нас вроде бы одно, но оно все равно, это очко, я считаю, что оно важное. И мы благодарны ребятам за это. Что с бабушкой какая-то? Ну, упал, приземлился неудачно и клемак заклинило спину. Еще вопросы? Спасибо. Спасибо.